Всем привет! Прошло много презентаций от ведущих мировых брендов, и сегодня мы поговорим о новинках. Компания Xiaomi представила робопса. Этот робопес очень похож на робопса из Boston Dynamics. Более упрощенная и удешевленная его версия. Она будет продаваться с открытым кодом, то есть каждый разработчик сможет писать для нее софт и учить эту собаку чем-то полезному. Она уже умеет следовать за хозяином, умеет определять, что вокруг нее находится, предметы различные, умеет делать даже сальто назад. И эта собака будет стоить всего лишь $1500. Стало известно, что игра Stalker 2 будет делаться на Unreal Engine 5. До этого уже было известно, что игру делают на движке Unreal, но сегодня стало известно, что это будет именно пятая версия движка. Хотя этот движок совсем недавно был представлен компанией Epic Games, но уже все игры новые, даже те, которые пишут на четвертом движке, все равно будут портировать на пятый. Компания Samsung провела свою презентацию Unboxing и представила новинки, такие как новые телефоны складные, это Z Fold и Z Flip. Также они представили новые часы, которые могут мерить состав тела с помощью электричества, так же, как это делают напольные весы. И представили новые наушники с шумоподавлением. Компания NASA после 14 лет подготовки высадки на Луну говорит о том, что это можно задержаться еще на пару лет. Это все связано с тем, что ее скафандр, который предназначен для выхода космонавта на поверхность Луны, еще совсем не готов. Украинцы смогут оплачивать покупки с помощью Google Pay. Компания Google расширила список стран, туда вошли еще 16 стран, в которых теперь поддерживается Google Pay. Крошечные спутники CubeSat на орбите Земли будут обновлять все спутники и ремонтировать их. Каким образом это будет происходить, не уточняется. Спустя пару часов смартфон Mi Mix 4, который презентовали в Китае, был раскуплен, больше их нет в наличии. Кошки оказались ленивее многих других животных. Провели исследование, в котором приняли участие кошки. Им ставили решение когнитивных задач. И пушистые питомцы всегда выбирали путь, чтобы не прилагать никаких усилий. Компания Audi представила свой концепт-кар SkySphere. Он может увеличивать свою базу колесную, тем самым увеличивая длину. Так как это концепт, в серию он, конечно, не пойдет. Американец смог вернуть свой украденный самокат с помощью Apple AirTag. Он заблагополучно установил их в своем самокате, и когда его самокат был украден, он нашел его в лавке по продаже БУ техники. В новой версии iOS компания Apple решила добавить такую функцию, как отслеживание AirPods. Новые AirPods, AirPods Pro и AirPods Max могут поддерживать функцию поиска их на карте. Даже если чужой пользователь подсоединит их к своему iPhone, вы все равно сможете их найти. Стали известны новые подробности о новых айфонах, iPhone 13. Компания Bloomberg сообщает о том, что дизайн, скорее всего, не претерпит никаких изменений, но новые версии, именно Pro-версии, iPhone 13 Pro и Pro Max, получат новую камеру. Эта камера получит возможность снимать в форматах профессиональной съемки ProRes. Отличное решение для тех, кто снимает профессиональное видео. Также появится возможность съемки в портретном режиме для популярных социальных сетей. Компания Xiaomi не ограничилась новинкой своего робопса, еще представила новые телевизоры на новых матрицах OLED. Теперь это будут самые дешевые OLED-телевизоры, цены начинаются от $700. Также компания Xiaomi представила новые планшеты разных цветов, они очень похожи на новые iPad, но Xiaomi никогда не стеснялась копировать Apple. Компания Tesla говорит о том, что в Китае у нее очень низкие продажи, и теперь их завод в Китае будет работать на Европу. Очень много конкуренции появилось в Китае, Китай начал выпускать свои электромобили, и Tesla стала не настолько популярна, как была ранее. Также компания Xiaomi представила новую Bluetooth-колонку. Она будет с настройками от компании Harman. Выглядит она очень футуристично и будет стоить $77. Ученые выяснили, откуда прилетел метеорит, который убил динозавров. Они думают о том, что он прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Прилетит ли еще что-нибудь оттуда, пока неизвестно. В Анапе беспилотник спас тонущего туриста. Спасатели с помощью дрона доставили спасательный жилет, и человек смог продержаться, и его спасли. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока.